В Югре сформируют молодежную лигу управленцев. Сегодня в окружном центре стартует региональный этап проекта по подготовке кадров для работы в госвласти. Конкурсанты – 60 молодых людей, которые показали себя на муниципальных этапах. В ближайшие 3 дня их ждут несколько испытаний. Самопрезентация, дебаты, деловые игры и день дублера. Участники пройдут стажировку в департаментах и службах бюджетных учреждениях округа и некоммерческих организациях. Помимо этого, для будущих управленцев организуют образовательные сессии от федеральных экспертов.